Гласные буквы в китайском языке произносятся с помощью четырех способов. Эти способы называются тонами. Первый способ – это когда звук идет ровно. Например, в слове тыква. Гуа. Гуа. Второй тон – это когда звук идет вверх. Поднимается вверх, как в слове персик. Тао. Тао. Третий тон – звук, как на качелях, опускается, а потом поднимается. Например, в слове слива. Ли. Ли. Четвертый тон. Звук падает вниз. Абрикос. Син. Син. Первый тон. Тыква. Гуа. Гуа. Второй тон. Вверх. Персик. Тао. Тао. Третий тон. Звук, как на качелях, опускается, а потом поднимается. Слива. Ли. Ли. Четвертый тон. Звук падает вниз. Абрикос. Син. Син. Первый тон. Тыква. Гуа. Гуа. Второй тон. Вверх. Персик. Тао. Тао. Третий тон. Звук, как на качелях, опускается, а потом поднимается. Слива. Ли. Ли. Четвертый тон. Звук падает вниз. Абрикос. Синь. Синь.